На стадионе «Юность» представители спортивных школ региона. Будущие чемпионы готовы к труду и обороне. Городской этап фестиваля ГТО посетили глава региона Александр Бурков, министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Дмитрий Григорианц и директор департамента спорта города Омска Алексей Фадин. Я желаю вам успехов. Знайте, что спортивный человек – это успешный человек во всех делах. И то, что вы сегодня занимаетесь спортом, вы формируете в первую очередь характер, свою силу. Создаете все условия для того, чтобы завтра достичь больших высот. Участникам фестиваля предстояло выполнить испытания по 6 видам ГТО. Наклон вперед из положения стоя, поднимание туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук из положения лежа на полу, подтягивание из виса на высокой перекладине и плавание на 50 метров. Всего в тестировании приняли участие ребята из 31 спортивной школы, по 8 человек в команде. Подобного рода фестиваля сплочает народ. Более того, дети знакомятся друг с другом. Соревновательный принцип, в принципе, всегда им присущ, потому что школа Олимпийского резерва. Но в данном случае у них еще чувство коллективизма. Это, в первую очередь, возможность посмотреть свой уровень и относительно других участников соревнований, относительно других видов спорта, посмотреть, насколько ты готов. Нормы ГТО вообще спортсменам помогают как? Ну да, они могут научиться чему-то другому, если у них нет этого в виде спорта, допустим. Вот у нас есть прыжки, и мы улучшаем эти навыки свои, чтобы потом на ковре тоже выглядеть очень лучше, чтобы также прыгать хорошо. Вот. То есть они, конечно, помогают, то есть надо участвовать обязательно и принимать участие во всех нормативах. На каждой тренировке мы прыгали в длину, растяжку хорошо делали, подтягивались, отжимались, бегали кроссы, дабы улучшить свои навыки и так далее. Как ты думаешь, для чего нужны такие фестивали вот именно спортсменам? Ну, они помогают соревноваться, показать себя. Еще есть шанс выиграть поездку в Артек. В Крым отправятся лучшие участники регионального этапа. Имена счастливых обладателей путевок в Артек на всероссийский этап летнего фестиваля ГТО определятся 29 и 30 июня.